В Голубом зале Казанского федерального университета состоялось подписание соглашения между КФУ и Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам. Основными направлениями сотрудничества является содействие в проведении научных исследований и разработок, представляющих взаимный интерес, подготовка кадров высшей квалификации, а также разработка совместных программ. В рамках соглашения планируется открытие школы тарифного регулирования. В планах профессиональная подготовка руководителей и ведущих специалистов ключевых отраслей и секторов экономики России. Учиться в школе тарифного регулирования смогут и выпускники средних образовательных учреждений и среднего профессионального образования не только с Республики Татарстан, но и из других регионов России. Лилия Талипова, Фарид Захитаглы, Универньюз.